Всем привет, с вами мистер Чейзер, и вы смотрите мой Jazz Play канал. И сегодня мы продолжим играть замечательную игрушку под названием Jet Set Radio. И в прошлый раз мы прошли испытание Йо-Йо, и нам открылась миссия Jet Crush и Jet Graffiti в Band & Show. В Jet Crush я успел уже поиграть, и оказывается, это не просто покатайся по улицам со своей командой, это называется типа испытание. То есть посоревнуйся с кем-то из своей группы, из своей команды. То есть, по сути, это то же самое, что испытание Йо-Йо. Мы просто выбираем какого-то нашего члена команды, за которого мы будем играть. И автоподбор выбирает нам, например, от Теба, да? И мы с ними, точнее, с ним будем соревноваться на той же территории, на которой мы и выполняли испытание Йо-Йо. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Как вы видите, абсолютно та же территория. Но прикол заключается в том, что, например, Тэп, да, в данной ситуации, он будет намного хитрее, чем был это Йо-Йо. Он будет тоже срезать. Он будет идти по самым таким легким путям, по которым только возможно. Кстати, вот этому месту я у него научился. То есть, собственно, это то же самое испытание, но только несколько раз труднее. Эй, ты чего? Бит, не падай. Так что, если вы хотите потратить некоторую долю своих нервов, то, пожалуйста, играйте. Я лично воздержусь и больше играть в этот режим не буду. Если только он не будет какой-то там простенький, скажем так, да? Вот эти штучки можно пособирать, в принципе. Ну, в общем, я показал вам этот режим. Вы поняли, что это такое, что в него, если вам жалко своих нервов, то не стоит играть вообще. Потому что наш противник по-любому будет нас опережать. Поэтому мы переходим в гараж. Ибо смысла никакого нет. Но зато мы будем проходить основной сюжет. Нервы себе компенсировать и выполнять испытания граффити я буду уже вне записи, чисто когда пройду всю игру. Давайте приступим к основной кампании. Возьмем Йо-Йо, так как за него я еще не играл. Мне интересно, на что он может. Ой, на что он может. На что он способен? Уже заговариваясь. Давайте приступим. Вау, какие спецэффекты. А, мне это не нравится. Их тоже зарисовать, мне это не нравится, ребят. А ну сюда иди. Сейчас учить маршрут, куда они идут. Вот зачем эти долбанные миссии? Я ж просил, не надо этих долбанных. А, миссии. Блин, у него жизни, кстати, ой-ой-ой, не так сильно. Надо взять аптечек, а то мне попа будет. Я не хочу эту миссию переигрывать раз по 500. Блин, йо-йо, где твоя скорость, когда она была в испытании? Надо гнать ее. Ну, блин, наверх вообще не кай. На тебя, скотина. Йо-йо, ты что делаешь, мужик? Йо-йо, нет! Нет, йо-йо! Ты что, дурак? Это сейчас будет долго, мне кажется. Ладно, пойдем за вот этой дурой. Их тут две даже. Слушай, все сдурели наверх щемиться.
Так, одна готова. Ну, не знаю, получится ли у меня все сделать нормально, либо нет. Надо пойти еще жизни взять. А то у меня семи не особо. Не, ее скоростью нормально так. Блин, допрыгнуть бы до этой аптечки. Так, я что ж... Одну штуку оставил! Ё-моё, ё-ё, ты куда? Нет. Тебе чутка не туда. У меня баллончики закончились, да ты стурел? Давай, йо-йо, у тебя получится, осталось два раза. Есть, еще одна готова. Надо пойти взять баллончиков, то у меня их вообще нету. Давай, вон она, я вижу ее. Надо еще аптечку взять, а то у меня вообще что-то в жизни не особо. Это полностью живая. Ненадолго. Из нее всю дурь выбьем. Блин. Чуть-чуть не туда. А что у нас за это за место? О, хорошее место. Вниз, вниз. Тебе не туда чуть-чуть, я ел. Давай, где она? Подгрузка какая-то странная. Все. Эй, ты куда? Не, реально, ты куда? Не смей от меня убегать. Ой-ой. О, бонусы. Надо их взять. Так, стоп. Машины. Свалите. Тут два бонуса, аж ты что? Я такую вещь не пропущу. Поехали! Уи! Ха-ха! Блин, уже хочу открыть эту нашу территорию. Чтобы по ней можно было спокойно покататься. Ну, касать. Более-менее спокойно, конечно же. Давай, йо-йо, у тебя со скоростью все ништяк. Не думай о том, что я тебе говорил. Просто верь в себя. Есть. Ха-ха! Не, ну йо-йо, молодец. Все сделал, на ранге еще джет. Посмотрим, есть ли у них кусок загадочной пластинки. Третий. О, бонусная музыка открыта. Ништяк. Ну, где это? Пиратская радиостанция. Martians come all the way to Earth just to listen to us. We're Tokyo's finest pirate radio. Jet Set Radio! One of the fallen love shockers was holding a golden rhinoceros badge. The golden rhinos are a gang of ruthless Asian killers. Rumor has it, they're the ones who kidnapped Poison Jam too. The Rokuku group is run by a strange fella named Goji Rokuku. It's a huge business conglomerate that pretty much owns the city. Rokuku Project 2000 is Goji's big city improvement plan to increase productivity and prosperity in the area. The future of Tokyo, he says. If you ask me, it's just a bunch of bull. Them guys have been erasing a lot of GG graffiti. Что это за клоны? Sit back and take it. The Golden Rhinos and the Rokuku Project got nothing to do with me, and it's dangerous to get involved. But you gotta give back what you take, right? Yeah, man, that's right. Вот это все интереснее, интересней. Сюжет становится все более запутанным и заковыристым. Вот мы дошли до второй части. Ничего себе. В это все время мы доходили только до второй части. Опа! Опа! Вот это интересно, кто же к нам пришел? Оу! Большой афроамериканец с пластинкой и. Не помню я, в общем, их как зовут. В общем, конечно, мы выполним их испытания без проблем. Нам новые члены команды тоже пригодятся, почему бы и нет.
Ведь я люблю разнообразие. И насколько я помню, так вот, ее зовут Кьюб. Коин, кто? Монета? Кто монета? Ха. Я позволю тебе присоединиться к GG, если ты сможешь тягаться со мной. Хорошо, Гам, хорошо. Короче, наша команда вот, да, устанавливает какие-либо испытания для вот этих новых новичков. И мы играем за новичков. Вот представьте себе такой прикол, да? То есть мы играем за новичков и должны выполнить испытания. Только как? Сейчас будем пытаться. Так, пропускаем это все. Ведь мне, в принципе, более-менее понятно, что нужно делать. Эй, да... Да как? Я же зацепился уже за трубу. А, сейчас будем тупить, я чувствую. Хотя, вроде, ничего такого трудного и нету. В принципе-то, да? Вот и все. А, даже всего лишь одно испытание. Ну, вот Кьюб к нам присоединилась. Ништяк. Теперь как насчет второго чувака? Неплохо, думаю... Я позволю тебе присоединиться к нашей команде. Да, я знаю. Спасибо, Гам. Спасибо. Вот, его зовут Комбо. Пожалуйста, присоединитесь мне... Вот, блин, пожалуйста, позвольте мне присоединиться к вашей команде. Хорошо, тогда ты должен с вами потягаться. Кто первый за... Нет, нет! Нет, бит, нет! Не шути так! То есть, кто первый доберется до... Сейчас надо изучить, куда нам. Хоть мы спускаемся, едем сюда. Опа, спрайтовая улица. Черт, это что за камера? Боже мой! Что с камерой? Так, нам туда. Боже, как это убожественно в 2013-м выглядит. Куда нам дальше? Ух ты, ё. Окей. А, нам сюда дальше, да? Или куда он? А, он налево пошел. Ай, ёп! Твою. Это будет трудно. Вот это я сейчас буду долго тупить. Очень-очень долго. Но он пошел сюда, да? Где он там? А, он нас ждет. Ну ладно. Короче, примерный маршрут я понял. Скорости, блин, у него, конечно, не особо много. Вижу, бит пытается тут разогнаться как-то. Эй, что это было? Почему ты падаешь с такого маленького расстояния? Так, эй, куда? Короче, сюда, дальше куда? Пока прямо, хорошо. Да ёб твою! Еще ты по машине валяешься. И куда он пошел? Это мне интересно. Короче, сейчас будем тупить. Мне, конечно, комбо пригодился бы в команде, но... Но, если честно, я не представляю, для чего он мне. В общем, мне надо как-то попытаться бита обогнать. Вот это вот место меня добивает прям. Нельзя было сделать по-нормальному. Разгоняйся, комбо, давай, мужик. Ага, вот сюда. Разгоняйся, разгоняйся. Я понял маршрут, только не знаю, как тут срезать правильно. И как его обогнать вообще. Ну, я понял, что на этих моментах лучше прыгать, а то наш чувак будет падать. Давай, давай, давай. Бит, ты меня бесишь. Эй, вот это вот меня очень бесит. Это как так произошло? Да что ты... Что? Ну как?
Короче, это пипец. Вот это испытание, это пипец. Даже не знаю, как его по-другому и по-нормальному вообще описать, если так можно. Короче, это фигня какая-то. Ладно, я попытаюсь пройти это странное испытание. Как только у меня получится, я сразу возобновлю запись. Е-ха-ха! Bring it on. Спустя, блин, опять хрен с какое количество времени. У меня же пальцы болят нажать эти сраные кнопочки. Это ужасно. Ну, какой-то сюжет тут рассказывает. Мне не очень это интересно. Grind City. My turf. My name's Combo, and me, Cube, and Coin used to own the Bantam Street area in this city. It's a little far from Tokyo, but everyone used to stay out of our way there. Till recently, that is. Someone been going around painting these ugly signs all over Grind City. It's so ugly I can't even call it graffiti. Strange paintings of rhinos and bizarre symbols. All of our old graffiti's been covered up by these horrific signs. And on top of that, Coin has been kidnapped and his enormous collection of records has been destroyed. Ever since the emergence of these paintings, strange things been happening in this city too. Unfamiliar black cars and men in black suits are hanging around the streets as if they're waiting for something. And wait, was that statue here at Grind Square always this color? There's definitely something wrong here. I smell something fishy going on. Понятно. Какие-то злые дяденьки в черных костюмчиках и в черных очках пришли и украли Коина. Окей. Стоп, это стрит? Улица? Ади карта нормальных улиц. Не понял. Что это такое? Комбо и Кьюб и все. А и что это такое? Подождите. Где мои нормальные миссии? Ладно, видимо, эти миссии мы будем выполнять в следующий раз. А пока что с вами был Мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал, оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии, но не забывайте ставить пальцы вверх, вниз, влево, вправо, куда угодно. Всем спасибо за внимание и пока.